Всем здорово, с вами Дима, и сегодня пойдет речь о немецком тяжелом танке Королевский Тигр. Думаю, вы его уже все знаете. Может, катались, может, уже продали, может, прокачались уже. Но я решил записать это видео так просто для того, чтобы посмотрели. У кого его еще нет, вы попробуйте поиграть. Очень классный танк. Так. Палая на уровне нормальный такой. Карта называется Аэродром. Так, я поеду как обычно вот сюда, там буду мочиться с другими тяжами на ближнем расстоянии. Так, едем. Так, вот так, первый фраг есть. Это уже отлично. Не пробил. Вот, хорошо, мне повезло. С рикошетом АТ-10. А рикошет АТ-10 это вообще замечательно. Так, наш Т-10 слился, как обычно. Делает, сбивается, а потом просто-напросто пишет у тебя драки. Я это очень часто замечал. Не пробил. Двигатель поврежден. Максимальная скорость снижена. Не пробил. Ну, помогите, что ж вы стали? Да, есть. Пробитие. Ох, спасибо. Ты как книжина. Вот очень ему благодарен, потому что этот человек меня спас. А так бы мне было бы хана. Я буду тоже помогать. Ребята, вот с этим чудовищем ходить один на один, потому что я вам хочу сказать, вы проиграете. Но броня. Хотя если бы он от башни танковал бы урбы, я бы не убил никогда. Так, у меня еще осталось немножко прочности, я еще не буду рисковать. Так, пока у нас преимущество есть, это хорошо. Я где-то Лёва стоял. Где наш Лёва? А вот Лёва засветился. Есть оставить цель.
я отъеду, ребята, потому что у меня прочности уже нет. Я его потратил. Вот, засветился. А, это Лёва. Лёва наш засветился. Понятно. Понятно, кто мне надоедал. Так, мы сделали 3 фрага, разобрали его. Мне аж стрёмно было, когда я с этим загадил, выходил. Ничего, все прошло. Все уже прошло. Победили. Хотя если не будут любить обстоятельства. Так, 4-й фраг наш есть уже в копилке. Думаю, может 5-й будет. 5-й, да. Лёва уже уехал. Далеко-далеко. Да. Ну ладно, наш танк. Фух. Так. Что же мы получили? Да, я ищу выполнил задание. Понятно. Понятно, задание я ищу выполнил. Так. Ну, ладно. Это хорошо. Так. Я получил. Что я получил, ребята? Я накидал урона. Он получил 22 тысячи. Я получил класс от друга. Знак классности 2. Получил спартанец. За это больше ничего не могу рассказывать. Так, давайте посмотрим, сколько урона накидал. Урона я накидал 1626. Ну, считай, как все. Этот что получил? Да, этот нормально получил. Тоже спартанца. Ну, ничего. Так. А наши получили вот. Ничего они не получили. Так. Кто хочет там, поставьте лайк, подпишитесь на канал, пишите в комментариях, про какие танки мне снимать лучше, хотя у меня их несколько. Ну ничего, я прокачаюсь, у меня здесь много чего открыто, я могу куплять его, выкачивать и снимать видео по нем. Ну ладно, всем пока, всем до скорой встречи, всем пока.